Hello, my friend! Всем привет! С вами канал Кубик Рубик. И сегодня поговорим об изменениях в игре Arcage, которые предстоят весьма неплохие. Насчет векселей. Поговорим насчет векселей. Как вы все знаете, в данный момент установлена версия Arcage 3.0. И у нас как делаются вексели? Есть два вариантика. Персональные и неперсональные. Персональные мы делаем 5 штучек, тратим на это 300 очков работы и получаем персональные вексель. Окей. Ну, конечно, персональные мы его не продадим. Также имеется у нас вариант за те же самые 300 очков работы скрафтить уже не персональные вексели и продать или кому-то передать. Но для этого нужно нам строительство 230 тысяч иметь, а это не у всех имеется. И что же нам предлагают в новой версии Arcage 3.5? И вот вам скриншотик. Как мы видим, в данный момент мы сможем, точнее не в данный момент, а уже после, мы сможем скрафтить один вексель из бумаги. То есть равенство идет: один вексель, одна бумага. То есть 100 векселей, 100 бумаги, 99 векселей, 99 бумаги. То есть здесь количество идет поштучно. Вы можете скрафтить 232 векселя. И понадобится для этого 232 бумаги. То есть это сделано в принципе удобно. Для того, чтобы удобно было оплачивать, скажем так, разные суммы платежей. Окей. Но очень интересный факт, что для этого понадобится бумага. Бумага. Обычная бумага. Обычная, которая используется в крафте. Там свитки, книги. Еще много где. Это жесть. Это жесть. Бумага просто... Ну, я навряд ли думаю, что она подлетит прям в небеса. Но то, что вексель подешевеет, я думаю, да. Потому что первое время, может быть, какая-то каша будет, но потом подешевеет, потому что бумага — это крафт. То есть вы в игре ее можете сделать. Ну, не так уж сложно, скажем так, ее сделать, а некоторые просто, ну, могут ее понаделать кучу, к примеру. А кто-то будет покупать те же самые векселя, продолжать на аукционе, то есть за кристальчики. То есть у кого-то свои вариантики. Я думаю, немного, конечно, она, да, может быть и много, подешевеет на наш вексель в 3.5. Но, к сожалению, это в 3.5. Я лично рад такому изменению. То есть бумага вместо ничего, скажем так. Ну, класс. То есть я не против. Вы также будете тратить 55 очков работы. То есть один вексель 55 очков работы. Если мы до этого тратили 300 на 5, и в данный момент, если умножить 55 на 5, получится сколько у нас? 5 у 5, у нас 250 и 275. То есть, ну, на 25 очков работы меньше получается. Но для этого вам нужна, естественно, бумага. Вот такой вот вариантик. Мне как-то, скажем так, что тот, что этот вариант, они оба, оба эти векселя персональны, то есть они идентичны. И да, что касается второго варианта, он не изменен, то есть все осталось так же: 5 векселей, 300 очков работы и 230 тысяч ремесла, это строительство вам понадобится, то есть тут без изменений. А вот первое у нас изменилось, и вполне так ощутимо. Будем ждать и будем смотреть, как изменится, в принципе, наш рынок, но это уже с обновлением. И как изменится, в принципе, жизнь с такими векселями на Корее. Кто снимает видосики, я думаю, они скоро об этом тоже будут говорить и заметят такую фишку, такое обновление. Рано и поздно всем надо платить налоги. Ладно, всем пока, всем до завтра. Если было интересно, ставим лайки, пишем свои комментарии в комментариях, естественно. И всем пока, в принципе, до следующих новостей. До завтра.